Я поиграла в ритуру, посоставляла обложки. Мне сказали, что вот эта обложка похожа на ванильную плиту. Но где-то, наверное, они... Ну, наверное. Дальше я покажу, какую я нарисую, потом результат нарисовала. Здесь я, видите, ставила картинку Жукова Николая Николаевича, просто потому что она маленькая девочка похожа на меня. Вот. Что, такая была? Ну, примерно, да. С косичками. С косичками, со щечками, со щечками. Ну, такой ракурс, что можно сказать, что да. А это моя фотография, я ее раскрасила, она так черно-белая. Эти можно сделать? Просто на носке. Ну, вот, это просто обложка. Ну, тоже я вставила одну картинку просто так. А вот эту картинку повесили в сети, да, после Книгуру, там же текст размещен в интернете. И кто-то сделал вот это желтенькое. И она мне очень нравится, она очень такая отражает содержание. Ну, в общем, такая романтическая девочка. Ну, да, она как-то так. Конечно, видно, что ребенок следующего поколения, а другого она все равно. А те картинки, вот эти сделаны раньше, конечно, понятно, что. А это наоборот. Да, 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 следующего, да. Ага, может быть, еще следующего. Здесь премиум. Да, здесь премии, которые были там, Книгуру, вот этот самый. Королев хорошего рассказа, да. И по одному из них «Зеленый дюйм» — это поиск, который проводил... Ну, это Книгуру, просто это можно быстренько провести. Да, ну просто уж я так и делала. И я, в общем, не для вас ее делала, эту презентацию, можно сказать. Вот. Спасибо. Да, да. А я для вас сделала другую, это следующий, который с музыкой. А значит, эта девочка сделала в Праге, по моей книжке, такой мультик, он в Ютубе, я его выложила, сделала обложечку такую вот желтенькую. Это вот картинки, да, это тот самый Рикки-Тикки-Тави, да, книжку я хочу назвать Рикки-Тикки-Тави, сейчас я скажу чуть-чуть потом. Рикки-Тикки-Тави, значит, ну понятно, что это любимая была книжка, когда-то, понятно, что все время я себя соотносила с этим персонажем. Вот, это вот такая, только почерковщина намеренно сделала стиль, и мне хотелось даже в какой-то момент сделать, именно нарисовать вот так вот легким таким почерковщинным стилем, но все-таки никогда я не могу справиться с собой, все время начинаю дорисовывать, покажу потом, что получилось дальше, вы уже видели. Ну, вот эти почерковщины, они намеренно такие, да, одной линии. А, улица бабки-хулиганки, по-моему, очень просто. Улица бабки-хулиганки, да, сегодня я из него не буду читать. Вот, это вот бабушка и ее дети, но мой папа вот этот маленький. И это я нарисовала, сейчас нам дальше будет кадр, подожди. Знаете, это тоже не рисовала? Это яйца, Ирчик, можно обратно? Ага, вот это я, почему одной линии, это, собственно, без всяких предварительных. Работа мне, в общем, нравится, когда, мне кажется, здесь все точно я попала, здесь нет каких-то неудачных линий. И самое интересное, что я как-то угадала, видимо, потому что даже там будет фотография Калининграда оккупации, это Калинин. Там история такая, что когда немцы напали, они решили бежать, ну, как жители между собой, решили, что они, пожалуй, бегут, а попробуют уйти от немцев, пока они не пришли. И они собрали детей, пошли, и на той дороге, на которую они вышли, там же немцев их встретили, немцы их вернули обратно. Вот. Ну, они недолго вообще были в оккупации, но тем не менее, такие страницы, в общем, нелегкие, конечно, для города. Сейчас не буду я долго про это рассказывать. И папа мне про это рассказывал немножко, ну, ему было 4 года, чтобы запомнил. И я записала, я практически дословно записала. Таня, а Рик, это немецкая фамилия? Немецкая фамилия, да. Дедушка у меня Вильгельм Александрович, там дальше будет фотография, быстренько покажу. Да, дедушка у меня из немецких переселенцев, петровских еще времен. Ну и, соответственно, воевал он как советский солдат, конечно. Вот, и я с ним хожу на бессмертный полк. Короче говоря, значит, вот это папа. Папа маленький, братик его и сестричка. Сестре 6 было и брату 2. Вот, ну, про них можно много рассказывать. Давайте сейчас это самое дальше посмотрим. Ну, это тоже такие картинки. Ну, это мне меньше нравится, мне кажется, поинтереснее. Все равно я потом ушла от этого стиля и справилась я с собой, слава далеко. Ага, следующий кадр, мы сейчас быстренько пробежимся. Ну вот там куклу вы увидите потом, как я сейчас ее нарисовала. Это рассказы, которые входят в эту книгу. Общее название, значит, будет «Рикки-Тикки-Тави», потому что начинается, ну там несколько рассказов, где, ну, перескакивая с одного на другой, рассказываю про такой период детства,
Воспоминания о том, как я лежу в детской коляске на балконе, я помню себя, на самом деле помню. Мама говорит, ну, может, тебе выкладывали до полутора лет. Как будто полтора года это такой возраст. Когда уже можно мне рассказать о себе. Но я так понимаю, ну, поскольку это было, примерно помню, какое было время года, то есть это около года должно было быть. Вот. Не старше, не полтора, полтора мне было уже зима. Вот, а это было какое-то там или лето, или начало осени. Вот. Если интересно, я расскажу, что я помню, я лежала на балконе с перевернутыми практически глазами, так могла шевелить, и пыталась выглянуть туда за балкон. Вот, ну тут же еще самое высоко было. И было серое небо, был дождик, я лежу, думаю, боже, как скучно, хочется что-то такое, что же это такое бывало. А выживать его маму не помнишь? Ну, если я напрягусь, я, может, и вспомню. Но я отчетливо помню эту серию. Ладно. Нянчу. Ну вот, и значит, идет дождик, и там на этом верхнем балконе набирается капля. Так они собираются и капают. Значит, я лежу, дальше смотрю и думаю, для них это пол, для нас это потолок. Ну, то есть ребенок в год понимает, что есть соседи, которые живут выше, и для них это пол, а для нас это потолок. Ну, вот, потом я лежу, я правда не сочиняю, клянусь, я картинку. Нет, вы я помню словами, я помню, что я словами думаю. Это я просто заберу, наверное. Нет, ну а что, по-разному бывает. Есть дети, которые себя и вообще в роддоме помнят. Я, наверное, мне подруга такой рассказывал, что я пришел к ней и сказал, мама, у вас там вот в роддоме, ты помнишь, когда меня принесли, у вас там было 4 кровати, вот так-то они стояли, так там все лежали. Она говорит, так и было. Вот, поэтому все бывает с ранней памятью. Вот, ну, в общем, и, значит, я потом думаю, ну ладно, они же хотят, чтобы я была послушной девочкой, чтобы я быстрее заснула, буду спать. Так обреченный заснул. Вот, ну, то есть вот так, а почему, не знаю, почему именно это сохранилось, ну, в общем, никто не знает. И, значит, с этого, ну, не то, что этот сборник начинается с этого, но это там тоже есть в первой части, которую я условно назвала «Детство Рикки-Тикки». А потом кончается это все, один из последних рассказов, как я была в реанимации в этом году, но я не умирала, просто после операции мне было положено. И рассказ старой фотографии, который написан давно уже очень, еще когда я был совсем маленький, то есть лет 15 назад. Но все равно он как-то подводит итог про то, как люди жили, а потом ушли из нашей жизни. И я решила, что он как-то завершает цикл, да, чтобы было. Но он не пересекается с Володькой. Нет. Володька моя женщина. Это разная история. Ну, они все просто про человека, как он взрослеет. Это же понятно. Да, но да. Как бы Володька это отдельно, нет, Володька отдельно, а Рикки-Тикки Таня отдельно. Ну, Рикки-Тикки Таня, она с Володькой, ну, пересекается в том смысле, что это... Ну, один человек. Один человек и... Нет, то есть я попросту один рассказ, ну, туда-сюда не входит. Нет, ну, везде все это разные рассказы. Разные рассказы, но все они объединены персонажем главным. Поэтому я решила, что книжка должна называться «Рикки-Тикки Таня», но это логично, да, потому что все остальные названия уже сюда не подойдут. А Виталий сказал, давай сделаем две книги про детство и про взрослость, назовем «Рикки-Тикки Танечка» и «Рикки-Тикки Татьяна Кидай». Ну, насчет двух частей мы еще не решили. Ну вот, еще пока показываю картинки, а потом следующий. Ну, такое, да, ну, хорошо, питание. Покажу, как я заново сделаю этот рисунок. Ну, вот эта тетка там тоже будет в другом виде. Вот, бордовый дым, зеленый дым, конечно, для книжки, оно, наверное, не подходит название для повести, да, для книжки невыразительное. Ну, этой картинки, наверное, не будет, она слишком из стиля выпадает. И если быть про стиль этих картинок, мне просто сегодня захотелось еще про картинки рассказать, потому что последнее время я рисую очень много это все. И тут картинки, те, которые будут в следующей презентации, они немножко разностильны, конечно, я сама понимаю, что какие-то более реалистичные, какие-то более такие стилизованные, может быть, даже чуть карикатурные.
какие-то более добросочные, какие-то более тщательно сделанные. Но, с другой стороны, и рассказы это тоже они, в общем, не совсем все в одном стиле, поэтому, ну, в общем, я решила, что вот как есть, так есть. Вот. Что, чего? Что у нас на классе висело просто? Это слоники, я их переделала в другом стиле. Слоники, понимаете, да? Всех на новые. Про обезьянку, я не помню, читала я этот рассказ или нет. Не помню. Да. Ну, наверное, нет. Я сегодня... Ну, какие-то рассказы вспоминались. Да, я помню. Что-то выставлялось в Фейсбуке, что-то... Да, я на самом деле помню, какие я читала здесь. Ну, вот это, да, про семью, наверное, позволю. Скажу, это свадьба моих родителей. Вот, там сзади идут две бабушки. Моя родная бабушка, та, которая мамина мама, она за цветами не видна, но она там дальше. А это ее сестра с ней. Ну, а это я в Вайбе работала. Василисой. То есть это уже студенческие годы, да, если работала? Да, ну мне здесь 19, наверное, как это. Ну, вот эта бабушка со мной, Николаенко, шеф. Наша одна. Это еврейская линия. Это дедушка Михаил Соломонович. Это вот дедушка после войны и дедушка со мной тут тоже. Вот. Брат у меня в детстве был точно такой же, как я. Одинаковый друг. Это папа. И папины родители, вот Вильгельм Александрович Рик, это девушка, и она, Андрея Козлова, бабушка. Ну, то есть она замужем была тоже Рик, конечно. То есть русских у меня четверо только. Выставала со мной. Я маленькая, нет, она, конечно. Это в последнем классе уже. Да, ну, это наш класс, который просто тоже, там многие из этих... Ну, они тоже стали персонажами. Да, да, многие из них были персонажи. Иоанна наша классная руководительница. Вот. Нет, я в 5 и в 10 лет. Ну, это тоже мама, бабушка, я и сестра двоюродная. Которая родная, которая двоюродная. Родная тогда еще не родилась просто. Вот. Ну, это тоже мы с ней, с двоюродной сестрой, и первый класс еду. А вот Калинин год оккупации, вот знаете, как я угадала? Я эту фотографию видела потом. После того, как я нарисовала, представляете? И те же платки, и те же валенки, и те же санки, вот прям. Ну, дома-то я помню какие, да, вот такой улицы мы жили, она примерно такая же улица, вторая пролетарская, на которой папина семья жила. Но и в этом году мы были, в прошлом год назад мы были на тетином юбилее, я хотела туда попасть, но та тетя, которая там до сих пор живет в этом доме, она не захотела нас пускать, сказала, нет, я не буду там. Просто проехали на машине, поискали этот дом, нашли его, смотрела я на него и все. Нас не пригласили. Ну, это Калинин после войны, ну, это, конечно, чуть раньше, чем я его застала, но все-таки, да. И вот эта машина, даже, смотрите, похожа на... Сейчас вот будет на следующем кадре, вот вы запомните ее. Сейчас вот Запорож, на котором мы туда едем. О, Зиприч, у нас такой был. Да, да, как Зиприч. Точно такой. Да. Гербатый. Да, это Волга, ну, мужа бабушкиной сестры. Ну, это же, да. Номенклатурные сестры. Да, Волги были. Он был полковник, да, полковник, поэтому у него была хорошая машина по тем временам. А вот это интересно, это кукла, вот эта красавица. На сто, как меня Маша поправила, даже не на сто, а на сто. Я в этом году была в Карелии, уточнила. Нет, утвердили, что на сто, а не на сто. Вот, эта кукла не моя, но точно такая же. Эта кукла сохранилась, она мне сидит дома, а это точно такая же из интернета, просто в такой одежде. Ну, а это Гаврош, вот, книжка, которая у меня была. Знаем, мы такое издание и ну, даже. Конечно же, конечно. Хорошая иллюстрация. И вот здесь тоже, это не моя, тоже из интернета картинка, но такие же слоники, такой же сервис. О, мне кажется, много такие были. Я просто люблю эти вещи, потому что вот это эпоха. Это тоже у меня наша фотография, это уже из интернета, но это наш дом. И тоже, ну вот, это же другая. Да, и это тоже не наша фотография, но точно вот это, эти дома, это грязь, и брат мой только родился, и в коляске. Вот, ну, в общем, все это вот прям такое же. Это вот наши фотографии. Это вот обезъединенный, как я его называю, потом мне про него сказали, что он тролль после того, как я опубликовала его в интернете, это отдельная вся история.
То есть моя подруга мне завидовала, что у меня такая вот такой безлиненок, а ей завидовала, что у меня такой флакончик, а потом она мне рассказала, что у флакончика была история. А в Калининграде ее бабушка выменяла у немки на продукты. Вот, трофейный. А вот в этом, вот в таком флаконе, в такой коробке мне подарили вот эту вот игрушечку в гостях, а вот там целый рассказ. Ну вот, если все это читать. А это тоже из интернета фотография, по-моему, это наш двор. Мне кажется, что мой дом, вот следующий такой же дом, вот тут есть. А вот там вот тот дом, который виден, вот там. Это, не, ну, да, вот двухэтажный, это барак, который я описываю там. Ну, мне кажется, что это наш двор. Мне кажется, я даже помню вот этот вот. Это вот там, где я лежала на балконе. Вот, как это все сохранилось. Ну, это желтый дом, барак, который я описываю, но это не он, конечно, куда мы снесли, но такой же точно. Такие по всей стране видны были. Это рынок, который я описываю, тоже бабушкинский рынок. Весы, которые там есть. Просто вот эти вещички, они какие-то создают эпоху, да, мне кажется, это так вот приятно. А вот эта красная звезда, в которой работала бабушка моя. Мы живем, бабушка жила недалеко, я какое-то время жила у них, но недолго. А где? Это в районе Плюжевки, да? Да. Красный. Да, это, да, хорошо, скажи, что это напротив. Да, во дворе этого дома я подняла решение стать героем. Ну, это понятно, что, да? Ну, вот, колокольчики я там описываю, чертовы пальцы я описываю, все это, да, рассказывать. Шарики тоже узнаете, у меня Зурочка, которая у нас там была. Я в нем цветочки ставила. Кудри папа, то я тоже в интернете нашла фотографию, ну, там будет картинка. Печалки, ну, тоже приметы времени. Вот. Да. Это наш первый класс. Я вот вторая, вот там мальчик. Октябряточки такие. Октябряточки, да, наш учитель сказал. А что не все октябряточки? Где значки? А может быть, мы должны были еще начать? Мы еще начали. Ну, наверное, значит, тут. Нет, у нас все принимали, но принимали там ближе к зиме, а это значит устало. Вот, это третий класс уже, это другая учительница. Меня здесь нету, но здесь есть люди, которые там описаны. Это хорошо. О, да, вот это вот приезжает, про который мы говорили. Это до того, как мы видим, да, это 50-е годы. Ну, сейчас, к сожалению, уже почти не осталось. Да, этих, да, ну вот я их застала. Да, как раз. Вот встреча с бабулей произошла как раз с чужой. Вот в одном из этих домов. Ну вот, да, на этом. Слушай, Таня, вот эта фотография, открась ее обратно. Да уж. Не надо ее так музей заехать. Пусть она будет просто. Там не надо. Там фотография в нормальном черно-белом варианте. И там, да, нет, но я ее не буду размещать там вообще, видимо. Ну, я просто на презентации. Ну, развлекалась, просто красила. Боже мой, презентация. У меня просто не остался исходник этой презентации, уже исправиться сложно. Вот. Ну, давайте теперь посмотрим презентацию, которую я делала вчера всю ночь, ой, весь день. Там уже музычка, картинки. Да, это уже два слова Ивана до воспроизведения. Картинки, которые я сейчас рисую, я их сама переделаю, я их делаю в iPad. На iPad. Вот, то есть я их перерисовала все, в другом, ну, видите, да, вот этот стиль. Ну, я решила, что это все надо сделать под... Есть ли такая песня про Рикки Тикки, я ее нашла. Это из фильма «Куда он денется», как там написано. И там вы видите несколько слов про Рикки. Вот такой был старый фильм, там Нина Русланова. Я вот название помню, но про что? Ну, я как-то смотрела, но я уже не воспроизведу. Там Боярский был, и, значит, там две девочки, Полина Кутепова и Ксения Кутепова, детьми играют. И Смирницкий играет их отца. И вот как раз начинается там с фразы «Ксюша, давай мы им споем», это как раз уже между собой говорит, поет уже рождественская, которая как раз Миша увидела. Ну вот, сейчас посмотрим. Я постаралась подложить, чтобы даже немножко совпадало. Это погромче, да? Давай. Thank you.
литком рисовали эти портреты, которые сначала про ложку Мордбоу тоже сделала презентацию, я немножко, конечно, не успела. Нарисовала этот двор, я сначала выбирала какие-то картинки, пыталась найти Москву с московским двором, потом Виталий сказал, да нарисую уже сама. Ну вот я нарисовала тоже в таком немножко черковочном стиле, намеренно, понятно, что это специально так сделано. Вот, и скомпоновала две фотографии себя взрослую и себя маленькую, на что мне Слава легко сказала, давай я тебе их лучше перерисую, чтобы это был портрет нарисованный, не, что не фотография. Ну вот, она нарисовала немножко так своеобразно, и я себя не увидела в этих портретах, они такие немножко стилизованные под советский стиль, в общем, я сделаю просто какому-нибудь, может быть, другому разу. Вот, я там немножко похожа на эти трубадуры из бременских музыкантов, там такая вся желтенькая. Девочка мечтать не вредно. Да, ну, в общем, короче говоря, я сначала немножко поправила, а дальше я уже правила, скачала свой iPad, я ее правила до тех пор, пока я не увидела себя в этой картинке. Ну, вот такая обложка, мы сейчас решили, что она будет такая. Вот. Ну, давайте тогда почитаю, да? Да. Может быть, что-то вам хотите мне сказать или спросить, или что-нибудь? Мне вначале так понравились вот эти вот почерпушечные. Я думаю, ну все, зачем же Татьяна все это сделала? А потом как-то так подумала, смотрев-то, а ничего, не переделала. Да вот, тоже неплохо. Вот, я знаю. Я же когда-то работала художником в газете, я же тоже не просто так, да? Я вот в черно-белом там приходилось рисовать вот так. И почему-то я себе не позволяю вот эту... Она легкость, но в то же время у меня есть какая-то... Ну, с одной стороны, легкость, а с другой стороны, какая-то немножко неряшливость. И мой перфекционист это все время доделывает. Вот, не знаю. Ну, в общем, у меня есть для вас и смешные, и серьезные. Я вообще думала лирический рассказ прочитать. Да, читай, что хочешь. Ну, ладно. Ну, на самом деле, сейчас какое-то другое, а... Хотел сначала прочитать один или два веселеньких, они очень короткие. Мне кажется, я не читала. Ну, простите, кто я читал в интернете, ну, в смысле, в этом. Не важно, здесь пишет, даже не знаю. Рассказ называется «Сурен». Когда мне было 16 лет, мы с девчонками на вечеринке у кого-то дома собрались погадать на женихов. Одна девочка сказала, что есть отличное гадание на имя жениха, попробовали на мне. Сожгли до два несколько спичек, выложили их поверх руки, между ладонью и сгибом локтя, а потом сверху зачинщица провела рукой. Спички перевернулись, отпечатывались, и на руке совершенно отчетливо сложилось слово «Сурен». «Кажется, есть такое имя», – растерянно сказала я. «Есть армянское», – сообщил кто-то. На армянского жениха в Москве 80-х я как-то не очень рассчитывала. Ну и не очень поверила. Правда, сколько я потом не пыталась повторить фокус с горелыми спичками, получалось только грязь и мазня, и даже близко никаких имен. Лет 19 была я в спортивном лагере. Вечером сидели мы с девицами в огромной нашей палате. Было у нас человек 10 или 12. Болтали, я рассказала об этом гадании. «И что?» – спросили девицы. «Ну, пока не встретился», – сообщила я. Минут через пять после этого в дверь постучали. Пошел невысокий, крепкий дядечка, сотрудник лагеря, бодрым заигрывающим голосом сказал: «Здравствуйте, девочки, меня зовут Сурен». От дикого хохота зазвенели стекла. Бедный Сурен задерничал, оглянулся по сторонам, попятился и исчез за дверью. Ну, ничего у меня с ним, конечно, не было. В том лагере был еще один Сурен, помоложе, помилее. Ну, и с ним я даже не познакомилась. И вообще никаких Суренов так я в жизни и не встретила. На днях еду на экскурсию в Армению, даже и подумать боюсь. Они все говорят: «А потом ума потом не встретила». Нет, и там тоже. Ну, еще одно про армянское имя в Ардуино называется. Когда я была молодой писательницей, в перестройку мы активно продавали мои книги. Обычно этим занималась мама.
Однажды нам позвонила женщина, просила книги для дочки. И надо сегодня, поскольку они проездом и едут за границу, договорились встретиться у метро Юго-Западное возле торгового центра. «Как я вас узнаю?» – спросила мама. «Мне 40, но выгляжу я на 20. Со мной будет девочка 8 лет, а зовут меня Вардуин». «Хорошо», – сказала мама. «Я буду держать в руках книжки». Мама уехала, вернулась часа через два без книг. Встретились, стою, держу книжки. Подходит женщина с девочкой. Ну, насчет 20 она себе польстила, конечно, но на 40 не выглядит. Да, это да. Вардуин спрашивает, кивает, показала книжки девочке. «Берем, берем». Расплатились и ушли, так что все в порядке. И тут зазвонил телефон. «Алло, это Вардуин, мы где, мы вас тут ждем». «Так вот почему, когда я спросила Вардуин, она так невнятно кивнула». Слово-то непонятное, и решила, наверное, что мама бредит от жары. Настоящий Вардуин, конечно, встретили в тот же день и бросились обниматься. Когда много лет спустя я рассказала эту историю своей сестре Оле, она сказала, Вардуин это по-армянски значит «роза». Вот Роза у нас на работе, которая тебе пироги напекла ко дню рождения, она на самом деле Вардуин Вардик. Ага, теперь я знаю, кто тот таинственный Вардик, который лайкает мои посты в ВК. Это Вардик был очень растроган этим рассказом. Это такой. Как приготовить мясо по-холостяцки? Первое. Получить в подарок от знакомых мусульман почти половину коровы. Второе. Крепко задуматься, что с этим делать. Третье. Части отдать другим знакомым. Четвертое. Задуматься над тем, что осталось. Пятое. Не спать ночью. Шестое. Утром отправить сына за луком. Седьмое. Получить отказ. Восьмое. Поскандалить по этому поводу. Девятое. Сесть на электрическую коляску и поехать в магазин. Десятое. До кучи погулять, пока золотая осень. Одиннадцатое. Купить лук или около майонеза и сыра. 12. Дома взять сестру и организовать разрезание и отбивание мяса. 13. Выложить полученные куски на противень, посолить и поперчить. 14. Взять мужа сестры и организовать чистку и нарезку лука когтями. 15. Натереть сыр при помощи сына. 16. Слегка смазать мясо майонезом, посыпать луком и сыром. 17. Помучиться с новой духовкой, защищенной слишком надежно от детей. 18. Победить духовку и поместить в нее мясо. 19. Примерно через час вытащить. 20. Всю неделю есть в одиночку, потому что сестра не ест мясо, и муж считает сыр жирным, а сын не ест лук. Но очень вкусно. Вот такие еще есть рассказы с ноготок. Я специально читаю, это такого странного жанра, чтобы показать, что есть совсем разные, кроме того, что я вам уже читала, и то, что я сегодня хотела прочитать. Просто вот совсем другой какой-то жанр. Рассказы с ноготок. Первый. Невидимые розы. Когда мой сын был маленьким, лет 4, он однажды сказал так. Когда я целую, на теле распускаются невидимые розы, потому что я целую любовью. Картина. Было Виталику года 4. Чтобы ногти не грыз, я пугала его, чтобы под ногтями яйца грызло. Нас так пугали в детстве. И вот нарисовал он картину. Красивой формы, продолговатый женский ноготь, большой такой, а сквозь него крупные куриные яйца видны. Эффектно. Так и назвал. Яйца глистов под ногтями. Мама, а как глисты там видят? Как говорят? Не знаю, никак, наверное. Молчат и слепые. Следующий. Пушкин. Когда Виталий был маленьким, бабушка подарила ему большую толстенную тетрадь. Виталик подумал, подумал, полистал тетрадь, вздохнул. Буду тут книгу писать. Пушкин же умер уже. Придется мне. Отлично. И последняя посылка. Однажды мне пришла посылка. Было это в то время, когда мы с мамой рассылали мои книжки в разные города всем, кто заказывал. Учительница, мама, деткам. Вот приходит мне извещение. Мама идет на почту, и там ей говорят, странная какая-то посылка. Коробка большая, веса совсем никакого. Такое впечатление, что она пустая, и адрес обратно неразборчивый. Давайте ее прямо тут скроем, на всякий случай. И мама вместе с почтальоном открыла посылку. Там была ромашка. Она успела высохнуть, потому что летела к нам в Москву издалека, из поселка, где-то в Сибири, кажется. Ее прислал, как я поняла, мальчик Дима, лет 7 или 8, и адрес обратный был совсем непонятно написан, поэтому я ему не ответила. А коробку эту я до сих пор хранила.
и теплую память о маленьком мальчике и воронышке. Вот. Такая трогательная история. Ну, наверное, я прочитаю про любовь. Я так не читала, по-моему, первой любви. Или что-нибудь попроще. Нет, давай про любовь, про чтобы трагичное. Ну, оно просто такое, да. Ну, просто простите меня, наверное, так буду плакать. Я не специально, я просто... у меня есть такая сырость, я даже когда стихи читаю, любые даже самые писательные, я начинаю плакать. Не знаю, что с этим делать, я подумала, да. Каша, теперь чай. Называется «Бухта первой любви». Инка Сашке не нравилась. Впрочем, я Мишке тоже не нравилась. Точнее, нравилась не я. Но в то время мы этого точно не знали, мы еще надеялись. Нам было 15. Мы выходили во взрослый мир ощупью. Постепенно его осмысливая, осваивая, понимая и не понимая, ошибаясь, делая глупости, планируя, фантазируя. Мы бродили с ней поздними вечерами по дворам, обсуждая все вот это. А еще, конечно, наши подростковые страдания по мальчикам. Мишка был легкий и кудрявый, как Пушкин. Я смотрела на его окна, я их высчитала. Там был теплый, почти красный свет, шторы такие. А Сашка, голубоглазый блондин, предмет Инкиных воздыханий, жил на первом этаже дома напротив. И ее как магнитом тянуло к его подъезду. И мы садились там на лавочку и говорили. Видимо, она надеялась, что Сашка выйдет, или войдет, или что он услышит и проникнется. Думаю, что слышно, в квартире все было отлично, если окно приоткрыто, а может, если закрыто. Во всяком случае, однажды вышел Сашкин отец. Ну вот что, Сашка не выйдет, так что идите отсюда. Мне до сих пор нехорошо, когда я это вспоминаю. Но я почему-то думаю, что Инке еще хуже. Не я Сашку люблю. Мне, в общем-то, плевать, что он подумает. Еще мы обсуждали мировые проблемы. Что хорошо, а что нет. Что правильно, а что некрасиво. Иногда это были совершенно абсурдные идеи. Например, мы обе собирались в пединститут и говорили о том, что у учительницы дома всегда должен быть порядок. И ученики захотят занять. Теперь мне эти дорогие рассуждения кажутся ужасно нелепыми. Да, мы обе стали учителями. Но у меня в комнате бывает бедлам, если я не жду гостей. И если я не жду гостей, я не буду их принимать. Только глупые, эгоцентричные дети могут думать, что их везде и всегда ждут. Ну и вообще, впереди видеосвязь. Дальше я начинаю думать о Мишке, вспоминать события нашего 9-10 класса, 11-го тогда еще не было. И становится так больно, в груди так печет, что я не в силах вытаскивать это на поверхность. Мне хочется ухватиться за что-нибудь руками, за какие-нибудь ручки, чтобы унесло ветром урагана, не разорвало, не раскидало по частям. Но нет, я начну с хорошего, с самого начала. Самый счастливый день был, знаете, какой? В конце 9 класса мы компанией поехали купаться в бухту Радости. Есть такое место рядом с Москвой. Был май, цвели ландыши, и было чудесно. Мы взяли на прокат лодки и плавали. В нашей лодке сидели я, Мишка и кто-то еще из девочек. Я не помню уже кто, потому что мне это было не важно. В моем ощущении мы были вдвоем. И весь мир пронизан солнцем. И вода, и небо, и ландыши. У Мишки на джинсах были подтяжки, и какая-то тетка крикнула: «Парень, бесстыжий, в подтяжках!» И мы долго и весело смеялись, ничего ж такого стыдного в подтяжках нет. Потом мы все вместе фотографировались, и на этой фотографии видно, что я на него смотрю, как быстро проносится жизнь, как непоправимо стареет лицо и тело, как совершенно не стареет душа. Она немного мудреет, она умнеет, набирается опыта, учится справляться. Но она также хочет смеяться и радоваться, она также ждет чуда, она также любит ландыши и небо, и солнечные лучи в реке. На обратном пути мы ехали в троллейбусе, народу было много, и нас придавили друг к другу. На мне был купальник с твердыми пластмассовыми чашечками на груди, этими дурацкими чашечками я уперлась в грудь. Это было как-то неловко, но отодвигаться было абсолютно некуда. И тут еще случилась такая история. Мы почему-то не взяли билеты на троллейбус. То есть не взяли, но не все. Половина компании ехала зайцем, и я, кажется, тоже. И как назло вошел контролер. Всех выручила Ленка Мамченко. Она заморочила голову контролеру, показала ему 4 билета. Видите, это наши ребята. Этот, этот
и вон тот, и вон тот. Видите, да? А еще наши вот, вот и вот этот. А это их четыре билета. И второй раз показала ему те же билеты. Контролер кивнул и стал пробираться дальше. Фу, нехорошо, конечно, но иначе бы мы отправились все в милицию. С тех пор я стараюсь не ездить, знаете? Не стоит одно того, а Ленка молодец, я бы так не смогла. Я ей отправила это по, господи, по WhatsApp, она сказала, да, ты так придумала, Вовка. Я говорю, да нет же, правда, это я совершенно не помню. Ты не важно, это каком-то праже. Ну так, слово, мне просто хочется поделиться, так, конечно, этого рассказ не будет. Вот, значит, Оксанка, моя подруга, в то время читала много фантастики. Она сказала, что в одной книжке можно было повторять и повторять один очень счастливый день. Ты бы какой день повторяла? Впрочем, я знаю, не отвечая, этот самый, когда вы катались на лодке. Повторяла бы? Конечно, сказала я. Но ведь надоело бы, одно и то же, одно и то же. Не знаю, я пожалуй, плечами, наверное, не скоро надоело бы, так было прекрасно. Когда любишь, всегда тревожишься. Мы с мамой поехали к дедушке на кладбище. Был май, тепло и солнце. Я протеряла тряпкой кафельные черные плитки, колумбарии, стряхивала с плиты теплую землю, и вдруг у меня замерло сердце. Я почему-то подумала про Мишку. Есть жизнь, есть любовь, но ведь есть и смерть. А ведь Мишка когда-нибудь может умереть, почему-то пронзила меня страшная мысль. Хоть бы с ним никогда ничего не случилось. Я тряхнула головой, отгоняя наваждение, все будет хорошо. Но отчего мне так трудно писать дальше? Отчего так хочется удержаться и не нырять туда, в глубину ранней юности? Там больно. Я была в него влюблена, это все видели, все знали. И он тоже, конечно. А нравилась ему не я, ему нравилась другая Таня, Таня Огуренька, моя тезка. Все говорили, что она очень красивая. Когда я была еще мелкой и глупой, в 4-м или 5-м классе, мама моей подруги Ленки сказала при мне, вот Таня Огуренька у вас в классе такая красивая. Я тоже красивая, брякнула и сразу почувствовала, что не надо было. Ты симпатичная, сказала Ленкина мама, а Таня Огуренька редкой красоты, она особенная, ей равных нет. Ей равных нет, поэтому если Мишке нравится Таня, то у меня шансов тоже нет. Другое дело, что я это не сразу поняла, что я ему не нравлюсь, что ему нравится она. Я совершила несколько дурацких поступков, и он знал о моей любви и старался от меня вежливо увернуться. Однажды я позвонила Мишке и попросила тетрадку по физике. Я сказала, что зайду за ней. Он сказал, что тетрадку даст и что он сам ее занесет, потому что как раз сейчас ему нужно зайти к одному своему приятелю. К Серому, спросила я. Ага, к Серому легко, согласился он. Договорились, что я спущусь на первый этаж, а он занесет тетрадку и даст прямо в подъезде. Отдаст мне прямо в подъезд. Так все и было. Я забрала тетрадь, поднялась домой. Это он тебя полностью щелкнул, сказала мама. Никакому Серому он не шел. Просто он не хотел, чтобы ты к нему заходила домой. Наверное, он правильно сделал. Но отчего так больно от всего этого 35 лет спустя? Я пишу это и кажется краснее. Еще одна дурацкая история. Мы ставили спектакль. И у нас с Мишкой была сцена. И мне очень хотелось, чтобы он обнял меня за плечи. Сценарию это можно было делать, а можно было и не делать. Мы репетировали в классе, и я закрыла дверь на ключ. Слова свои он говорил исправно, но обнимать не стал. Я тогда еще не знала, что ему нравится Таня Огуренька. И опять сейчас, когда я это пишу, целую жизнь спустя, мне стыдно и грустно. Еще одна история ужасная. Была вечеринка у него дома, кажется, его день рождения, ноябрь. Мы всем классом, ну не всем, а кто пришел, танцевали, что-то немножко ели, немножко пили какое-то вино, и страшно гордились, что мы взрослые, и танцевали, и я его пригласила. И когда танцевали, я прислонилась щекой к его щеке, а он отстранился. И это один из самых тяжелых, горьких моментов в моей жизни. Мир раскололся на тысячи острых, черных осколков, кровь ударила в лицо, меня отвергли, меня не любят и никогда не полюбят. Никогда. «Ну ты что?» — сказал Мишке Надя, негромко, но я услышала. «Она же ночью спать не будет». Идти домой мне было недалеко, по подъездам. На мне были резиновые сапоги на носок, а под ногами лед, первый лед. К ночи асфальт обледенел, но в нем отражались фонари, и внутри мне было так же холодно, как снаружи. «О, ну у меня есть другая история, утешительная». Прошел год, мы закончили школу, прошел еще год и еще.
2,5 года или даже 3 Мишка отслужил армию, вернулся. И почему-то пригласил меня на свидание. Я пришла в красивом маминым платье, шелковым, черно-белыми пятнышками и нарядным отложным воротником, перетянутым лаковым поясом, в облаке золотистых волос. Я сама себе казалась красивой. Был прекрасный солнечный день. Мы отправились на чистые пруды, бродили там, а потом пошли в кино на Андрея Рублева. И в кино он обнял меня за плечи. Но было бесконечно поздно. Я замерла. Я думала, что вот если бы тогда, тогда я бы просто умерла от счастья. Сейчас мне все равно. Я так долго, так мучительно изживала эту любовь. Я даже смотрела на окошко и думала, а что будет, если я? Как мир будет без меня, если так больно жить, когда тебя не любят? Но как от силы сдержал меня, я не сделала никаких глупостей, я стиснула зубы и пережила. И к тому моменту, когда он обнял меня за плечи, я была уже влюблена в другого человека, вполне хорошего. Да, так бывает. А тогда он все-таки закрутил роман с Таней Огуренко, а до этого она встречалась с Сашкой, который так нравился Инке. Как-то зимним утром я вышла из подъезда в школу и встретила Мишку. Он почему-то шел не в школу, а домой. Сказал, что забыл физкультурную форму. Он был такой красивый, что мне перехватило дыхание и выступили слезы. У меня уже не было надежды, но я просто зажмурилась, какой он был неожиданно красивый. Казалось, он был у Тани, и она ради шутки накрасила ему ресницы. А весной произошло вот что. У меня порвались колготки. Наши дурацкие школьные стулья вечно кем-то были ободраны, и делать зацепку ничего не стоило. Ну и, конечно, от дырки вверх побежали дорожки. Колготки у меня были так себе, слишком плотные, не очень уж элегантные, но все-таки вполне взрослые, женские. В то время купить колготки, как и многое другое, было не так-то легко и не то чтобы дешево. И так мне предстояло ходить с дыркой, а у нас было какое-то мероприятие, и драные колготки в него никак не вписывались. «Пойдем, я дам тебе колготки», — сказала мне Таня, — «у меня дома есть запасные». Это как-то неудобно, — пробормотала я. «Ну что, я не могу один раз жизни подруге колодки подарить?» И мы пошли к ней домой. Танин папа был летчик. Он летал за границу, привозил оттуда одежду и обувь. А хорошую одежду и обувь достать в то время было совсем сложно-пресложно. За ними можно было стоять в очереди много часов, но так и не купить. А еще у Таниного папы официально бывали чеки. На них обменивали доллары. А обычных людей их быть не могло. При хранении долларов вообще можно было в тюрьму сесть. А на эти чеки, как на деньги, можно было купить что-нибудь дефицитное, заграничное в магазине «Береза». Например, когда мы все были озадачены выпускными платьями, Таня спокойно сказала, что она не волнуется, платье ей, разумеется, купят в «Березе». И да, платье у нее потом было отличное, нежно-персикового цвета, из какой-то прекрасной шелковистой ткани очень модного фасона. Но мое платье мне тоже нравилось, оно хорошо на мне сидело, и так что я была довольна и рада, и я не завидовала. Что завидовать, если у нас и быть не может чеков на «Березу»? Но колготки. Дома никого не было, колготки, целая упаковка коробочек хранилась в шкафу, а шкаф оказался заперт. И ключа от шкафа нигде почему-то не было. Знаете, что сделала Таня? Притащила из прихожей топор и подцепила за ним стенку шкафа. Фанерную. Мелкие гвоздики вышли из пазов, и стенка поддалась. Стали видны ярко-синие коробочки. Таня выудила одну из них и приколотила стенку шкафа назад обухом топора. Переодевай. Я даже понимаю, что это родило не первый раз. Колготки оказались тонкими, очень красивыми, такого приятного цвета, нежного, а мои были желтые, как ноги покойника. Знаешь, неожиданно сказала Таня, я тебе немножко по-хорошему завидую. Почему удивилась я? Ты умеешь любить по-настоящему. Мне вот нужно из парня сделать тряпку, а потом уже неинтересно. Зачем? Зачем делать тряпку? Не знаю, мне почему-то это нужно. А вот так любить, как ты, искренне я не умею. Не получается. И вот, казалось бы, надо радоваться. Я бы радовалась. Но ведь Мишке моя та самая искренняя любовь не пригодилась. А стать тряпкой почему-то да. Еще я хорошо помню наши поздравлялки. 23 февраля мы всегда поздравляли мальчишек, а 8 марта они поздравляли нас. И если мы хорошо
их поздравили, нам подарили тоже что-то приятное. Такие подарки каждый раз были детальными сюрпризом. Это само по себе было удовольствием готовить подарки. Мы мальчишкам в последнем классе запузырили поздравления от племени индейцев. Я написала сценарий, получилось очень смешно. Разыграли мы нашу сценку на физике. Физику Владимир Михайлович разрешил. Ленка Башарова была идолом, она сидела по-турецки прямо на столе. Лоб был перевязан веревочкой, а мы, другие девчонки, были племя, тоже с веревочками на лбу. Я поиском завязала голову белым от платья. Мы возносили идолу молитвы. Сначала он молчал. «Молчи ты, далече», — объявила я. «Когда вы принесли ей в жертву Димку?» За руки, за ноги притащили и положили в подножие стола. Димку выбрали не зря, он Ленке нравился. Тогда и далече жалилась над индейским своим народом и стала что-то говорить. Вот я и писала сценарий, но теперь уж подробностей не помню. Вот балда, да. Сейчас было бы интересно, потому что было весело. В разгар идолопоклонничества в класс вошла директриса. Она у нас была строгая. Мы замерли. Башар очень со стола не свалился. А директриса сложила руки на груди и сказала «Аминь». И мы все рассказали. А 8 марта мы отмечали в кабинете литературы в нашем, где работала наша классная руководительница Мишкина родная тетя Инна Дмитриевна. Мальчишки купили всем нам, девчонкам, по бутылочке Байкала. Это такая сладкая газировка, вроде Пепси. Я на всякий случай пишу, вдруг будут дети читать. Да. Потому что Пепси у нас тогда не продавалась. Были еще конфетки, кажется, пирожные и карты, какой-то свой индивидуальный подарок. Мне подарили книжку Фихтвангера Гоя. В нее была вложена объемная японская открытка с поездом, а на ней поздравление. Я была очень рада. Но Инна Дмитриевна почему-то рассердилась и отругала Мишку при всех, что мы устроили из урока попойку, хотя никакая не попойка, а просто угощение. И мы все съели быстро, от урока ушло не больше 10 минут. Но там была литература, как всегда. Наверное, у нее что-то случилось, что она разозлилась на ровном месте. Этот март стал снегом и первым желтым, как растаявшая масса солнца, был счастливым. Пах прохладным ветром, бежал под ногами ручейками, хлюпал лужами и обещал, что в жизни еще будет много хорошего. И хотя Мишка меня не любит, вот книжку подарил, старался, мы же все-таки друзья. Ну и вообще, даже если тебя не полюбили, жизнь, оказывается, не заканчивается. Можно еще пожить. Кто знает, что там дальше будет. Дальше был выпускной, потом институт. Мишку из института призвали в армию. Через 2 года он вернулся, про наше свидание уже рассказала. Изредка мы сталкивались во дворе, мы жили в одном доме. А потом я узнала, что он пропал. То есть совсем без вести. Была перестройка, бандитское время. Мне сказали, что он поехал на машине бомбить, то есть зарабатывать частным извозом, таксовать. Тогда многие так делали. Даже вроде не один поехал, а с другом. И все, ни машина, ни людей. А Сашка, наш Сашка, который жил, да и сейчас живет на первом этаже, стал милиционером и работал в московском уголовном розыске. Как раз там отделе, где еще пропавших людей. И он искал Мишку. Мы сделали все, что только могли, сказал мне потом. Никаких следов. Я однажды видела издалека Мишкину маму. Она была совсем седая, Мишка у нее был один. Однажды он мне приснился, кудрявый, как Пушкин. И мне вдруг не хотелось спросить его, где он? Когда человека нет, нельзя даже свечку поставить за упокой, а вдруг он где-то живой. И нигде нет места, где я могла бы вытереть тряпкой черные кафельные плитки. Но я верю, что существует место, где он есть. Какая-то его собственная бухта радости. И это мы здесь стоим, а он там такой же, как был. Легкий, худенький, кудрявый. Там можно взять на прокат лодку. Там мир пронизан солнцем. И вода, и небо, и ландыши. Я надеюсь, что ему там светло. Вот, друзья, такая история. Сейчас я так все иду. Вот. Ну, я не знаю, надо что-то еще читать.